Добрый день, в эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Елена Волкова, и я приглашаю вас, дорогие друзья, вместе с гостями студии в прямом эфире обсудить сегодняшнюю тему, которая обозначилась у нас календарной датой. Сегодня, 17 мая, отмечается Международный день детского телефона доверия. Такая вот мера социальной поддержки, услуга существует во многих странах, а в сентябре 2010 года в России фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с субъектами Российской Федерации введен единый общероссийский номер детского телефона доверия 8 800 2122. А с 2011 года в Лубутнангах начала работать городская служба доверия, набрав номер 8 902 827 73 27. Ребята и их родители также смогут получить помощь профессионального психолога. Эти номера мы сегодня еще не раз озвучим и покажем на экране, ну а пока я хочу озвучить номер нашего телефона в студии. 2-16-38, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, звоните и высказывайте свою точку зрения. Ну а я спешу представить гостей программы. По левую сторону от меня Татьяна Александровна Шевцова, ведущий специалист Центра диагностики и консультирования. Рядом Людмила Ивановна Щербинина, главный специалист Центра диагностики и консультирования. Юлия Сергеевна Глушенко, заведующая дневным отделением для детей и подростков Центра социального обслуживания населения. И по правую сторону от меня многодетная мама, спортсменка и красавица Татьяна Николаевна Гавралова и ученица 11 класса 8 школы, общественница, активистка Валерия Вержанская. Ну что, давайте начнем, не будем дожидаться звонков телезрителей, наверное, они будут поступать к нам по ходу эфира. Начнем мы вот с чего. Как мы уже обозначили, что у нас есть два телефона доверия, да, это общероссийский и наш городской. Узнать о востребованности городской службы доверия мы можем, и чуть позже специалисты ЦДК озвучат нам цифры статистики и поступающие звонки. А вот о популярности общероссийского телефона доверия узнать гораздо сложнее. Но, тем не менее, работа по информированию подростков ведется, да, о том, что есть такой вид психологической помощи. Еще тоже есть. Так вот, эта работа лежит на плечах, в том числе и специалистов Центра социального обслуживания населения. Юлия Сергеевна, в каком направлении все-таки ведется вами работа, как и с чего все начиналось? Потому как все-таки дело это, ну, можно сказать, новое, да, не так давно, 2011 год. В каком направлении ведется работа вами? С 2011 года, когда мы еще входили в состав Управления по труду и социальной защите населения, мы занимались непосредственно профилактической работой в этом направлении. Сейчас у нас есть уже маленькое отделение при нашем учреждении, отделение по работе с детьми, отделение дневного пребывания, куда зачисляются подростки, которые проживают в семьях, либо в трудной жизненной ситуации находящихся, которые испытывают социальную дезадаптацию в школе, допустим, у них проблемы какие-то существуют по школе. Сегодня таких детей 12 человек, от 7 лет и до 13. Они приходят к нам на полустационар один раз в неделю, и мы с ними проводим работу в рамках правовой программы «Твоя правовая азбука». И буквально вот в эту субботу мы знакомили, у нас проходил урок «Алло, мне нужна помощь», такой интересный урок. Мы учили их обращаться в органы государственной власти, когда они могут позвонить и правильно сформулировать свой запрос, какого рода им нужна помощь. В рамках этого урока, конечно, мы проводили освещение вообще проблем, вот согласно тому, какие вообще случаются ситуации в жизни детей, подростков. Конечно же, профилактика жестокого обращения, да, вот именно в рамках профилактики жестокого обращения мы и освещаем эту работу по общероссийскому телефону доверия. То есть вы говорите, куда можно позвонить? Конечно. Что позвонить, в принципе, нужно? По какой причине, во-первых? По какой причине дети могут звонить? Где им угрожает опасность, в каком виде она может проявляться, потому что ребята, которые социально не адаптированы, они очень часто не могут отличить положительное или отрицательное отношение к ним со стороны взрослых или там, со стороны взрослых подростков возникает. Поэтому это тоже такая глобальная ситуация. Вообще мы информирование города, населения города – это первостепенная задача, потому что все начинается не с самих подростков, начинается все с родителей. И если родители у нас сегодня об этом не говорят, очень многие родители считают, что это пустое, что телефон доверия никакой положительной работы в жизни подростка, ну, как бы не произведет, да? Но хотя, когда мы разговариваем с детьми, в этом году мы начали буквально ходить в школы и проводить классные часы, и вот восьмиклассники, ребята сказали, что они не знают о том,
о чем можно говорить по телефону доверия? О том, что сидит профессиональный психолог, да, и по общероссийскому телефону доверия можно с ним говорить. Мы обсуждали причины. Очень разные темы их интересуют, и отношения, ну, с братьями, сестрами. То есть ребята знают, что есть, да, телефон доверия, да, но не что можно позвонить. Ну, знают, но не пользовались, да? А, кстати, вот как правильно обозначить? Наверное, все-таки я неверно сказала вначале, да, что это, да, меры социальной поддержки. Это больше услуга. Это действительно услуга? В рамках учреждения у нас, да, это экстренная психологическая помощь. То есть здесь и сейчас. Это не запрос какой-то долговременный. Это когда ребенку действительно плохо, конкретно плохо в эту минуту, он может набрать этот телефон с любого телефона, со стационарного, с мобильного, бесплатно, анонимно, конфиденциально. Там на том конце провода у них всегда недоверие, что их телефон высветится, каким-то образом сообщат куда-то, там, в какие-то структуры, за этим ребенком будет преследование и так далее. Этого абсолютно боятся нет. Боятся вот этого, ребята? Боятся, они не доверяют. Как правило, доверяют своим друзьям. Но когда задаешь вопрос, есть ли у друзей опыт, может ли друг дать отдельный совет, может быть, все-таки стоит обратиться, и в каких случаях? Вот мы сейчас узнаем все-таки, да, что по этому поводу думает, скажем так, да, молодежь, подростки. Вот Лера у нас сегодня, ну, за всех, наверное, сказать, конечно, не может, Лера, ну вот от лица твоих сверстников, да, знают ли ребята о том, что существует телефон доверия, что есть общероссийский номер, что в городе Лабытнанге есть служба доверия? Знают ли об этом ребята, вот что слышно, как вот вы общаетесь между собой, обмениваетесь информацией? Ну, я почему-то даже уверена, что ребята, конечно, знают о существовании телефона доверия, как всероссийского, ну, то все, мне кажется, знают, и также лабытнанского. Знают, но не доверяют, да, вот как Юлия Сергеевна говорит, есть такое? Ну, больше, мне кажется, не то, что не доверяют, а просто им лучше сказать о своих каких-то проблемах своим друзьям, допустим, там, или своей маме. Но, опять-таки, интересна просто реакция мамы, например, на какую-то ситуацию, которую расскажет ребенок. Она может как отреагировать лояльно, нормально, и сказать, допустим, не переживай, вот, дать отдельный совет, а как и поругать. Боятся порицания, именно реакции мамы. И, конечно же, лучше рассказать друзьям. Но опять-таки, ну, друг, он же такой же, как ты, ровесник твой. И не может дать тебе такого совета дельного, так скажем, как это могут сделать взрослые люди, да. Ну вот ты бы сама, если бы возникла такая ситуация, обратилась бы в службу доверия по телефону? Или все-таки у тебя какие-то свои методы решения проблем, снятия стресса? Ну, не знаю, мне, наверное, повезло, потому что я могу посоветоваться обо всем с мамой. Вот. Но если, мне кажется, будет какая-то безвыходная ситуация, то телефон доверия, мне кажется, мне поможет. Ну вот смотри, ты уже практически одной ногой во взрослой жизни, да, 11 класс заканчивается, будешь уже совсем самостоятельной. Вот если вдруг, ну что-то тебе будет, да, непонятно, сложно в этой жизни, мамы рядом нет, обратишься по телефону доверия, не постесняешься? Ну, и сказать честно, я все-таки, наверное, постеснялась. Постеснялась, да? Да, я привыкла вот со всем этим как-то сама справляться, вот. Может, как-то я себя так воспитываю, не знаю, или просто, ну, может быть, даже чуть-чуть... Не могу сказать именно того, что я думаю кому-то чужому. Вот. Вот сейчас мы еще об этом обязательно поговорим, да, относительно того, что все-таки, наверное, это наш русский менталитет, когда мы, ну, не можем, к сожалению, вот так полностью открыться людям, да, и рассказать. Как я уже сказала, что Лера у нас одна представительница, скажем так, да, от подростков, от ребят, сверстников своих. Но сейчас я предлагаю послушать мнение и других ребят, ну а заодно узнать, как работает городская служба доверия. Давайте сейчас посмотрим сюжет, а после продолжим разговор в нашей студии. Лабытнанские школьники о едином общероссийском детском телефоне доверия знают. Более того, у многих ребят 11-значный номер 8 800 2122 даже сохранен в справочнике мобильного телефона, на всякий случай, как они говорят. А вот случаи и проблемы у современных подростков бывают разные – школьные и семейные, дружеские и любовные. Скорее всего, проблема с общением, потому что... К сожалению, на данный момент очень много жестоких людей, которые обижают непохожих на них. И, наверное, я бы позвонила, потому что, наверное, возникли бы проблемы с общением. Я бы обратилась к проблеме, если бы я как бы не знала, как мне действовать. Например, общение с друзьями, недопонимание родителей, недопонимание в школе. Даже сам не говорю родителям о своих проблемах. Пытаюсь решать самому, потому что... В взрослой жизни мне это больше пригодится, чем если у тебя проблемы, звонить кому-то, доверять, то же. Я против этого всего. Мне кажется, телефон доверия нужен подростку, потому что не каждый подросток может справиться со своей проблемой. Но иногда мне помогает, ну как, иногда мне всегда помогает мама и поддерживает папа. И...
Если что, я могу надеяться на телефон доверия, если они заняты. Мне как маме было бы приятно, что мой ребенок мог бы обратиться не только ко мне, да, допустим, а в телефон доверия. Есть такие семьи, которые не занимаются воспитанием детей, а вот телефон доверия – это было бы для них, я считаю, первая помощь. Хорошо, что сегодня есть такая возможность получить первую психологическую помощь по единому специализированному телефону. Телефон доверия позволяет детям проговорить свои страхи и опасения, снять с себя непосильный груз ответственности, найти понимающих собеседников в лице психологов. Выслушать подростков и помочь им, а также их родителям, специалисты Центра диагностики и консультирования готовы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Городская служба детского доверия в Лабытнангах начала действовать с 2011 года. За это время номер телефона психологической помощи набрали 82 человека. Стоит отметить, что работа не ограничивается одним телефонным общением. По мнению специалистов центра, самое страшное для подростков – это не позвонить, прийти и довериться, а напротив – остаться один на один со своими переживаниями. Зачастую, в силу своего возраста, школьники не могут самостоятельно найти пути решения проблем. Помощь рядом, и она на расстоянии звонка. Воспользоваться телефоном доверия могут как дети, так и взрослые. Обратившиеся за первой психологической помощью могут быть уверены, что их история останется тайной. Скажи, о чем молчишь? 8 800 2122. Телефон доверия для подростков. Звонок бесплатный и анонимный. Вы смотрите программу «Точка зрения». Мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам по телефону 216-38 и высказывайте свою точку зрения. Тема нашей программы посвящена сегодняшней календарной дате. 17 мая отмечается Международный день детского телефона доверия. Ну и вот продолжаем, да, хочу вернуться к сюжету и еще раз озвучить цифры. 82 звонка за 5 лет существования, да, телефона доверия в городе Лабытнанги. Вот вроде бы немного, но из них 12 звонков поступили за последние 4 месяца этого года. Вот получается, активизировались ребята или родители? Татьяна Александровна, все-таки кто чаще звонит, ребята или родители? Ну, все-таки статистика показывает, что чаще звонят родители. Родители. Даже вот по себе знаю, мне поступало, вот сколько я консультировала по телефону доверия, поступали звонки больше, не больше, а вообще только от родителей. А какова тематика обращения? Тематика в основном это детско-родительские отношения. Непослушание бывает... или конфликтные ситуации? Нет, больше подростковый возраст все-таки, конфликтные такие вот ситуации, да, могут возникнуть конфликтные ситуации с детьми. Еще частенько бывают вопросы о школьной готовности ребенка. Родители волнуются о том, насколько они правильно себя ведут вот именно перед подготовкой к школе своих детей. Все-таки волнуются родители, волнуются. Да? Ну вот с ребятами вам не приходилось беседовать, да? Вот лично мне не приходилось беседовать, но вопросы, звонки подступают. Просто реже, если в процентном, говорю, соотношении, то это 70% взрослых звонят и 30% это дети. Людмила Ивановна, вам приходилось общаться с ребятами по телефону доверия? Да, я хотела бы добавить, что помимо этих 82 звонков, то есть это 82, это цифра, которые, это те звонки, которые звонили с серьезными проблемами, да, как родители, так и несовершеннолетние. Помимо этих звонков, в таком же количестве, может, даже больше, было просто шуточных звонков. То есть когда в начале 2011 года были в основном шуточные звонки из-за недоверия, вот как сказала нам, да, вот Лера, что хотели проверить, посмотреть, что им скажут, что, как вот с ними поведет себя психолог. А на данный момент шуточных звонков, они практически нету, да, то есть если раньше звонили, у кота сломалась лапка, или у попугая выпали крылья, там, перышки, да, у нас, да, да, то на данный момент уже сейчас звонят по серьезным проблемам. И вот в весенний период, в основном пик вот обращений у несовершеннолетних, это вопросы, касающиеся, допустим, какой-то несчастной, неразделенной любви или первой любви. И помимо вот межличностных отношений, также с родителями, со сверстниками, также подключаются вопросы, связанные со страхом вот перед накануне школьных выпускных экзаменов. У родителей все-таки актуальными вопросами остаются подростковая тема. Вот. И если вернуться к вопросу о том, что Лера говорила, решает вопросы с родителями. Да? Хорошо, когда есть взаимопонимание между родителем, и родитель в состоянии помочь и оценить вот всю серьезность данного вопроса, проблемы, которые озвучивает ребенок. Как правило, родители почему не понимают, для чего нужен телефон доверия. То есть, когда ребенок, поскольку они могут самостоятельно как бы решить эту проблему, но когда ребенок идет к родителю с
с проблемой очень важной для него, родитель не может до конца оценить, поскольку он считает его еще недостаточно зрелым, и эту проблему не считает... Со своей родительской стороны, да? Да, он смотрит. Не считает ее серьезным, и поэтому как бы старается думать, ну, это пройдет, и все. То есть, а потом, ребенка... чего же греха таить, большинству современных родителей попросту и некогда, да, в должном объеме уделить время ребятам своим. Желания нет, я бы сказала. Желание, Татьяна Николаевна, не время здесь решающую роль играет. Здесь решающую роль играет рациональное использование этого времени, общение с детьми. Мне кажется, неправильная постановка вопроса, даже некорректная, что и у них нет времени. Нет желания. То есть где-то себя заставить, пересилить и все-таки уделить внимание своему ребенку. Татьяна Николаевна, ну, коль уж мы на вас переключились, Людмила, сейчас мы к вам еще вернемся, да? Вот... Как яростно вы тогда в защиту родителей, которые все-таки находят время для общения с ребят. У вас трое детей, да? И примерно такого возраста ребята, где подростковый период, как мы говорим, да, самым сложным, был одновременно одним за другим. А как вы с этим справлялись? Ну, во-первых, я с ужасом ждала этого подросткового возраста. Все меня, значит, настроили, напугали. Я каждый раз ждала кризиса 3 лет, потом 7 лет, потом я ждала кризиса 12 лет. А кризис не наступал, ну, слава он Богу. Он не наступал, наверное, по той простой причине, что я относилась к этому совершенно по-другому. То есть у меня, наверное, были те же проблемы, что и у других родителей. Но находили время. Я не воспринимала это как проблему. Я воспринимала это как определенный этап в жизни моего ребенка, в котором я должна поучаствовать не формально, а активно. И что касается подросткового возраста, я всегда своим детям говорила, что это самый страшный период в вашей жизни. Страшнее не будет ничего. Готовьтесь. Да. Нет, во время этого периода. И я всегда им говорила о том, что вот мы сейчас с вами переживаем очень тяжелый ваш период в вашей жизни, и мы сейчас справимся. Вот сейчас эти кошмары, я им рассказывала, которые происходят. И они все тоже ждали, и они как бы и не наступали. Поэтому... Дети в этом возрасте отрываются немножечко от родительской опеки и ищут авторитеты где-то на стороне. И мне приходилось быть в курсе новых веяний в музыке, рэпа, R&B, все знать, что к чему, чтобы мы постоянно вместе были в этом потоке. Я постоянно была в этом потоке, я фанатела от Бейонсе, потому что моя дочь фанатела, там мы учили какие-то танцы. Сын у меня был фанат Наруто, мультик такой японский, я ждала новую сагу вместе с ним, серию выхода. Поэтому... Это для того, чтобы ребята не ушли, да, от нет, вас, для не того, отдалились? Что... Нет, для того, чтобы мы в их глазах были на уровне, мы должны соответствовать, понимаете, нашим детям. То, как нас воспитывали наши дети, и то, какие сейчас наши дети, ну, это такой разрыв. Вот я даже не завидую моему поколению, нам 35-40-летним, потому что все те вещи, которые заложены в нас, они не работают сейчас на наших детях. Надо абсолютно по-другому подходить, да? Я даже больше скажу, это даже вредно воспитывать наших детей по тем методам, которых воспитывали наши родители нас, потому что нас воспитывали все, школа, пионерия, октябрята, комсомол, и наши родители чуть-чуть там что-то там добавляли какой-то себя, флажок, да? Лозунг, да, и как бы Татьяна картина Николаевна, завершалась. Но вот если бы вы узнали, да, вдруг, что ребята, несмотря на то, что вы всеми силами приближались к ним, да, заходили в их мир и разделяли интересы, ну вот узнали, что ваш ребенок обратился в службу доверия, вот вас бы это как-то задело, как родительницу, и сказали бы, что вот, да, там, не звони, или наоборот бы сказали, ну хорошо, окей, там, Карина, да, если я тебе чем-то не смогла в нужный час помочь, хорошо, что ты обратилась к профессионалам и получила... Как если вот бы я, вы здесь отреагировали? Как бы я отреагировала, я, конечно, бы углубилась внутрь, где я уже, где мой косяк, грубо говоря, был, что ребенок не смог, потому что я всегда старалась быть этим телефоном доверия сама. То есть даже если ребенок сбежал с уроком, он мне звонил и говорил, что я сбежал с уроков. Я всегда воспитание свое строила, чтобы ребенок понимал последствия своих поступков, а не акцентировала на своей реакции какой-то плохой, понимаете? В этом, наверное, дело. То есть сбежала с уроков, ладно, значит, эту тему, которую ты пропустила, должна выучить, отработать и сдать. То есть всегда должна быть завершенная ситуация, и плохой поступок всегда должен приходить к какому-то логическому завершению. Но ведь мы, родители, да, иногда же применяем какие-то методы наказания, я сейчас ни в коем случае не говорю там о физическом ничего насилии, не знаю об но этом. Тем не менее, какие-то ограничения, правда. Не знаю, там, ну элементарно, ты не пошел не гулять, ты не ничего смотришь, об этом. Не наказывали, нет, не ограничивали. Нет, не ограничивала вообще ни в чем, знаете почему? Потому что всегда перекладывала ответственность за поступок ребенка на него же. И объясняла ему, что ответственность будет нести он. Я никогда не говорила ребенку, что ты должен быть дома в 10 вечера. Я всегда спрашивала, когда ты будешь дома? И он мне говорил, когда, и тогда это уже его проблема.
прийти вовремя домой. Вот, к сожалению, не все такие родители, да, которые находят желание, время и есть проблемы. Да. Я считаю, родителям вообще. Все-таки вы да, считаете? Конечно, больше, конечно, да? Потому что я всегда говорила, с тех пор, как я живу в Лабытнанге, и мы... У меня был опыт общения с трудными детьми у нас в лагере при Центре детского творчества. Я всегда говорила, что трудных детей нет, есть трудные родители. И поэтому нужно родителям этим помогать, потому что зачастую родители, они даже не подозревают, они попадают в этот океан родительства и материнства, они не готовы даже элементарно оценить ситуацию без какого-то состояния эффекта, как я это называю. Вот они выплеснули на ребенка, да, свой негатив, и реально не понимают, что мозг, он воспринимает эти вещи, вот оно туда попало, и все, оно никуда не денется. Вот это стрессовая ситуация. Юлия Сергеевна, вы согласны с позицией Татьяны Николаевны? Все-таки больше телефон доверия нужен родителям? Вот во время вашей беседы, да, с ребятами, что они говорят? Они готовы принимать помощь от посторонних? Или, может быть, они все-таки готовы, но боятся родителей? Определенная категория детей. Дети, будем говорить, из условно благополучных семей, да, в которых нет никакого неблагополучия, там, злоупотребления, это не алкоголизирующая семья, где нет жестокого обращения, издевательства, и, там, по всяким разным там, этническим, религиозным соображениям мы сталкиваемся с разными семьями в работе. Конечно, это на сегодняшний день, наверное, да, родителям, родившимся в СССР, нужно больше получать психологических знаний. И я сама обращалась по телефону доверия в целях проверки. Помогут мне или нет. То есть как мама звонили, да? Да, у меня была конкретная ситуация. Я подумала, что мне ответит психолог, когда, хотя у меня у самой так же психологическое образование. Я хотела услышать. И у вас тоже трое детей, кстати. Четверо. Вот. И вы знаете, я получила ответ. Мы поговорили очень... Я успокоилась, что... Звонили вы на общероссийский телефон доверия? На общероссийский телефон доверия. И я успокоилась сама в этом плане. Я бы хотела, чтобы родители, вот мы визитки сейчас второй год подряд, у нас акция с АТП «Север», и благодаря, конечно, руководству и благодаря сотрудникам, спасибо, что они расклеивают и плакаты наши, раздают вместе со сдачей эти визитки. АТП «Север», значит, на автобусах есть информация, на автобусах есть информация, да, вот все, что здесь представлено на столике, мы второй год подряд такую совместную акцию делаем. Так вот, когда получают визитки, мы прямо целенаправленно просим, чтобы кондуктор раздавал визитки с общероссийским номером и с этим форумом «Виртуальный психолог» именно родителям. Может, даже и бабушкам, вот с дедушками, которые едут, они очень пекутся о внуках своих, и очень часто родители не умеют конструктивно налаживать отношения. Они могут конструктивно налаживать отношения с коллегами по работе, со своими друзьями, но не со своими детьми. Считаю, что дети – собственность, и все, пусть слушают, что я говорю, будет так. А подростковый период – это реально встряска для всей семьи, проверка на прочность отношений. Тут нужно ухо востро держать. А вот эта вот категория наших детей неблагополучных, которые действительно за закрытой дверью получают не только тумаки, а получают именно оскорбления, унижения в свой адрес незаслуженно, не понимая, почему они на свет не просились, в общем-то. Но испытывают это все, и поэтому... Им это нужно в первую очередь. Я сейчас попрошу нашего режиссера показать на экране номера телефонов как общероссийского телефона доверия, так и нашего городского. Если кому-то этот телефон нужен, сейчас успейте записать. Если же нет, то обращайте внимание, что, как сказала Юлия Сергеевна, у нас в городе курирует автобус, где указаны также эти номера. Ну или в случае, если вдруг не успеваете взять эту информацию, позвонить можно куда? Давайте еще раз напомним, где этот телефон доверия можно взять. У вас стационарный телефон? 235-60. 235-60, может позвонить, вам обязательно дадут номер телефона доверия, либо запоминайте и записывайте 8-800-2122, это общероссийский номер телефона доверия. И есть наш городской, его цифры вы сейчас также увидите на экране, я еще раз их озвучу, это 8-902-827-73-27. Службы доверия города Лабытнанги. Вот сейчас несколько слов еще хочу задать специалистам, да, как работает эта система. Это какое-то дежурство, либо сидит закрепленный психолог, да, за телефоном доверия. А ограничен ли лимит беседы по времени? То есть вот можно проговорить 3 часа, либо строго отведенное время. Как работает система? На телефоне доверия работает 4 специалиста в нашем центре. Значит, соответственно, дежурят, да? Да, дежурят. То есть в течение 7 дней, в течение недели каждый специалист курирует работу детского телефона доверия. И, допустим, периодичность звонков, кому-то может вообще не поступить за неделю звонков, может быть тишина. Кому-то может в течение недели поступить 1-2 звонка, а кому-то на протяжении в один день может поступить 2-3 звонка. То есть периодичность вот никогда не угадаешь. У вас за ваше дежурство сколько было звонков? Вспомните максимально. Ну, самое максимальное это 3 звонка было за неделю. В течение недели, слава богу. Татьяна Александровна, у вас?
У меня 3 звонка за один день. Было. А если за сутки брать, то их аж 4 было. А ведь телефон круглосуточный, оно что, тоже звонит? Да, телефон доверия работает круглосуточно. Временных ограничений разговора нет, только если возникнет какая-то техническая причина. Сбой связи, да? Да, сбой связи, все. Других причин не может быть. Опять-таки повторю, что это анонимно, конфиденциально, чтобы ни дети, ни родители не боялись, потому что порой в начале, когда звонят, они спрашивают, эта информация, мой телефон доверия высветился у вас, он у вас сохранился. Мы фиксируем только количество обращенных звонков. Номер телефона не определяется, не сохраняется, и все. Носит анонимный характер. Если человек хочет представиться, пожалуйста, это его право. Нет, значит, звонок будет анонимным полностью. А возраст можно определить? Вот, допустим, самого юного, да, скажем так, человека, который пользуется телефоном доверия от и до. Ну, это примерно, и можно предположить, что это была начальная школа, в самом начале, когда вот звонили насчет попугайчиков, кошечек. Ну, это были розыгрыши. А да, вот если говорить о серьезных звонках, вот сколько было минимальный порог возрастной? Ну, это подростки. С 10 лет, да? Примерно с 10 лет. Но опять-таки тут сложно угадать, ведь ребенок может искажать информацию, чтобы, скажем так, завуалировать себя и остаться. Потому что, по голосу все равно сложно определить. Когда уж они совсем вот маленькие, допустим, даже балы, тогда понятно, да. А вот подростковый возраст. А бабушки, дедушки звонили? Бабушка звонила. Лично мне. Опекуны звонят, да, родители, вот законные представители. Взрослые часто звонят. Вот как раз-таки мы говорили, что о том, что да, родителям больше требуется. Может, они сами чувствуют, что, допустим, вот нужна им помощь, да, какого-то человека со стороны, чтобы тот человек, который не знает всех вот проблем, которые наслаиваются друг на друга в этой семье, а конкретно разбирает конкретно одну проблему. Не... А как это вот выглядит, чтобы сейчас, может быть, ребята, которые нас слышат, да, они, может быть, и задумались, и хотят позвонить, но вот стесняются, потому что ведь стеснение свойственно ребятам этого возраста. Что из себя представляет звонок? Вот идет дозвон, поднимает руку. Психолог. Я говорю, алло, здравствуйте, меня зовут, или не обязательно. Нет, здравствуйте, меня зовут, детский телефон доверия. Представляется? И я должна сразу рассказывать, или вы меня спросите? Можно я скажу, да. Ну, я вот, например, как провожу. Я представляюсь сама сначала и говорю, вы позвонили на телефон доверия, представьтесь, пожалуйста, если человек, ребенок или взрослый хочет представиться, то он представляется либо просто имя, либо можно я буду анонимом, условно, условно так. Да, и далее я говорю, расскажите, пожалуйста, с каким вопросом, с какой проблемой вы к нам и обратились. И вот я начинаю, к примеру, вам рассказывать, да, и вы меня выслушиваете, далее уже мы разбираемся. Да, далее мы, вопрос звучит, а какую помощь вы хотели бы получить? Что конкретно, какой результат, что вы хотите? А бывали ли у вас такие случаи, когда после звонка, да, все это перетекает плавно в консультацию при личной встрече с психологом? Да. Такие случаи бывают? Такие случаи бывали. Сейчас я Александре передам слово. Я хочу сказать, что если у нас есть возможность решить данный вопрос в рамках телефонного звонка, конечно же, мы стараемся. Но бывают такие случаи тяжелые, да, когда человек, допустим, один совершил телефонный звонок, второй телефонный звонок, и он никак не решится сам сказать о том, что он хочет на личную встречу, то есть он чего-то все равно боится, тогда уже специалист приглашает его на личную встречу. И то они приходят и говорят, пожалуйста, никакой фамилии меня никуда не записывайте. Если записываете, то пишите анонимно, ни имен, ни фамилий. Вот просто боятся все-таки, да, чтобы анонимно. А родители приходили на встречи к вам? Да? Вот родители приходят, и приходили, да. Вот Александр. А были звонки неоднократного, да, скажем так, содержания в том плане, что ребенок вам позвонил, а потом еще раз перезвонил, и вы как-то вот уже, получается, в такой периодичности с ним работаете? Ну, вот. Или однократные в основном случае? Периодичность как раз получилась, опять же, у меня звонили, да, на мое дежурство, но это был родитель, как я уже говорила. Причем вопрос был не детско-родительских отношений, межличностных взаимоотношений. И человек позвонил один раз, значит, мы с ним проговорили все. Вроде бы, ну, как-то вроде незавершенно было, но в то же время, ну, ладно, спасибо, все, до свидания. Потом в этот же день, через некоторое время, опять звонок, и опять этот же человек. И опять вот чувствую, что ситуация вроде не разрешается. И человек прощается, и через некоторое время снова перезванивает. И вот это та ситуация, когда этого человека просто нужно было, наверное, скорее всего, необходимо пригласить к нам в центр и уже при личной встрече решать дальше проблему. То есть бывает такое, что вот неоднократно звонят и... сами стесняются попросить помощи, и нужно вот тогда их активизировать уже. Тут уже ваши профессиональные навыки, да, подключаются, где вы располагаете и приглашаете на личную встречу. Я хочу обратиться к нашим телезрителям и напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Присоединиться к нашему разговору можно, еще успеете, есть у нас немного времени. Наш телефон 216-38.
Сейчас я предлагаю сделать небольшую паузу и прерваться, ну, буквально на полминуты, чтобы посмотреть социальный ролик про общероссийский телефон доверия. Живее, я кому сказала? И так из тебя опаздываем. Еще раз меня из-за тебя в школу вызовут. И в кого ты такой пошел? Ну купи, в классе уже у всех есть. У тебя же на прошлой неделе зарплата была. Хочу новый телефон. Специалисты телефона доверия окажут психологическую помощь родителям и их детям. Воспитывать сложно, позвонить легко. Мы продолжаем нашу программу, работаем в прямом эфире, 2-16-38, телефон прямого эфира. И буквально через несколько минут вы увидите на своих экранах номера телефонов доверия общероссийского и нашего городского. Ну вот еще есть у нас немножко времени порассуждать на эту тему, да? Лера, вот специалисты Центра диагностики и консультирования сказали, что звонят ребят на телефон доверия в том числе, и чтобы получить помощь относительно стрессовой ситуации, единый государственный экзамен, да, такая головная боль, которая вот уже вас, наверное, всех настигла. Скажи, вот твои сверстники, ребята, ну, я так поняла, что сама ты справляешься, да, впадают в какие-то действительно стрессовые ситуации, где вот, может быть, даже невооруженным глазом видно, нужна помощь специалиста? Ну, вот в моем кругу, например, вот общение, как бы я не замечала таких людей, чтобы они прям очень сильно переживали, говорили, я не сдам. А я ведь звонили, да? Тут на глаза. Боюсь, да? Ночью, 2-3 часа ночи. Но 2-3 часа ночи звонили по телефону доверия, ребенок настолько переживал подготовку к ЕГЭ. Возможно, да. Может быть, он просто готовился как бы к ЕГЭ, потому что я по себе сужу, потому что я тоже как бы ночами готовлюсь к своим как бы экзаменам. Я сижу и понимаю, что чем ближе сам экзамен, тем больше понимаю, что я глупая. Чем ближе экзамен, такое ощущение, что я его не сдам. Вот, ну, и вот тут страх, паника, да, наверное? Да. Ну, как же говорят, у страха глаза велики, вот, но не так страшен черт, как его малюют. Просто я сама себя успокаиваю тем, что я все сдам, чего я переживаю. Если я знаю, то я напишу. А ты знаешь, может быть, где-то, да, ну, если не в твоей близкой, там, тесной компании, где-то вот ребята из параллельных классов, кто-то вот обращался за помощью, там, на телефон доверия или к психологу? И вообще, скажем так, принято ли это у вас, у молодежи, да, пользоваться помощью психологов? Потому что я уже говорила в начале программы, что наш российский менталитет, да, вот, ну, не приучены мы. Если в Америке или где-то в других странах есть семейные психологи, да, и люди, когда возникает конфликт в семье, каждый по очереди из членов семьи идет и получает эту помощь, то мы как как-то вот, наверное, не приучено к этому. Ну, вот, наверное, как ребята воспринимают? Вина нашего менталитета российского, что не принято звонить в телефоны доверия и не принято как бы разговаривать с психологами. Допустим, в Европе мы же знаем, что есть семейные психологи, есть просто психологи, которые приходите, конечно, мы вам поможем. В России, конечно же, есть тоже психологи и тоже оказывают помощь, но это не так, наверное, распространено, как за рубежом, например. Юлия Сергеевна, вы подтвердите, да, что ребята скептически относятся к психологам? Когда вы предлагаете им получить помощь, что в ответ слышите? Мы просто говорим о том, что телефон доверия, он для всех, и вы можете по любым вопросам позвонить туда. Они, и когда я задаю вопрос, как вы думаете вообще, кто пользуется телефоном доверия детским, они говорят, психи. То есть к психологу обращаются психи. И, ну, это говорят подростки, они, понятно, что у них возраст такой. Может быть, здесь не распространено это достаточно широко, как, допустим, сейчас в Москве проходит, да, ходят большие куклы в виде трубки, это все очень оппозиционируется так положительно. Поэтому вот здесь этого, может быть, еще пока нет. Если бы в дальнейшем это очень масштабно до населения было донесено, было бы отношение другое, ребята бы звонили. Ну вот работа ведется в этом плане, и вот буквально перед эфиром мы говорили, да, Людмила Ивановна, с вами мы обсуждали, что сегодня стартует телемарафон, поправьте меня, как это правильно звучит. Да, видеомарафон, онлайн-трансляция всероссийская, через в Москве собираются в студии артисты, актеры, известные все люди, для того, чтобы пообщаться с подростками по проблемам, которые, с которыми могут обратиться на телефон доверия. Порой, допустим, вот кому-то, вашему кумиру, легче задать волнующий вас вопрос. Да, вот в режиме сегодня видеоконференции вся Россия, то есть наш город в том числе, сейчас подключен с 12 до 14:00 по Москве, будет
подключение к этому, к этой видеоконференции, где подростки смогут задать волнующие их вопросы. То есть даже звезды шоу-бизнеса решили пропагандировать телефон доверия и говорить о том, что это не стыдно, ничего в этом нет такого, да, там, стеснительного. И наоборот, наверное, если эта помощь нужна, нужно ее получать. Татьяна Николаевна, вы у нас без пяти минут дипломированный психолог, да, получаете высшее образование по этому профилю. Но вот действительно ли так, что вот все дело в нас самих, да, стесняемся мы обращаться за помощью к психологам, да, дети наши тоже, соответственно, хорошо, что идут к нам, к родителям, но опять-таки, если к родителю не пошли, то они к психологу не пойдут. Дело в том, прежде чем ответить на ваш вопрос, хочу немножко маленькую помарку сделать к ЕГЭ. Что касается темы ЕГЭ, потому что сейчас она актуальна, дети готовятся. Я 3 ЕГЭ сдала, как я говорю. Причем это было одно ЕГЭ, через год второе, через два третье. И хочу попросить родителей обратиться к ним, чтобы они в этот период все-таки наиболее внимательно отнеслись к своим детям. Потому что я считаю, что весь этот антураж вокруг, он сильно преувеличен, имеется в виду. И я всегда говорила, не сдашь, пересдашь. И родители должны дать право на ошибку своему ребенку. Это очень важно для ребенка, потому что у него все-таки отношения в голове в стрессовой ситуации с родителями выстраиваются слегка в другом ключе, чем думают родители. И у меня большая просьба к родителям очень-очень внимательно в этот период отнестись к своим детям, потому что они реально находятся под большим давлением, и нужно им в этом помогать. Что касается обращения... Вот здесь можно вас попрошу максимально быть кратко? У нас уже, к сожалению, выходит... Что касается обращения к психологам, ну, если это не принято у нас, то надо сделать так, чтобы это было принято. Вот и все. Как это сделать? Пропагандировать. Нужно, понимаете, у нас маленький город, и в этом мы пострадавшие, что все боятся, что... Все друг другу рассказывают. Все друг друга знают, даже если он анонимно позвонил и придет, Вася, здравствуй, понимаете? Именно здесь нужно культуру, нужно воспитывать общение. Именно с психологом, и я считаю, что это вполне нам по силам, если будут люди, харизматичные лидеры, которые смогут за собой повести, именно психологи, и которые своей работой смогут доказать, что им можно доверять. Вот и все. Ну, будем надеяться, что действительно ситуация изменится к лучшему, и все-таки мы будем адекватно воспринимать, да, помощь психологам. Даже в маленьком городе легче эту репутацию, кстати, завоевать, я вам хочу сказать, чем в большом, потому что все друг друга знают, и если один пошел, второй, третий, они между собой люди обсуждают и знают, что это не выходит за пределы. Один пошел, сказал, мне помогло, сходи. Ты. Да, и вот так по цепочке. Вот я подруге своей помогла, она привела ко мне своих 2 подруги, и еще, допустим. Вот так вот, видите, уже с малого ситуация улучшается. Уже работаем вовсю, да. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли к нам сегодня. Ну и хочу подытожить, наверное, да, сегодняшний наш разговор в завершении нашей программы. Хочу еще раз напомнить и ребятам, и их родителям, что не стоит все-таки, наверное, да, стесняться обращаться за помощью к специалистам. Если вы самостоятельно не справляетесь со своей проблемой, набирайте номер телефона доверия. Общероссийский номер 8 800 2122. Ну и в нашем городе, также не забывайте, тоже работает такая вот экстренная психологическая помощь. Номер телефона доверия в городе Лабытнанги 8 902 827 73-27. Кроме того, что ребятам и их родителям окажут экстренную психологическую помощь, немаловажно еще и то, что специалисты телефонной службы, благодаря поступающим обращениям и диалогам, способны уже на ранних стадиях выявлять случаи семейного неблагополучия, риски жестокого обращения с детьми, нарушения их прав и оказывать влияние на исправление этих ситуаций. Поэтому однозначно, что телефон доверия нужен и нам, родителям, и нашим детям. На сегодня это все. Программа «Точка зрения» прощается с вами на неделю. Спасибо за внимание и до встречи на канале ЛТВ.